Ну а теперь начинаем детальный разбор пьесы Ипекова. Игра начинается с четвертой струны, большим пальцем. Вот этот прием игры перебора большим пальцем и указательным, его нужно потренировать вот таким образом. И с этого начинается пьеса Ипекова. Здесь сначала играется два такта, получается. Ну, или на четыре. Раз, и два, и три, и четыре, и раз. И дальше идет следующее небольшое предложение. Вот еще раз. Раз, и два, и три, и четыре, и. Вот, это начало. Теперь идем дальше. Дальше играется четвертая, пятая, шестая струна. Так, итак, четвертая, пятая, шестая, пятая, четвертая, перескакиваем на шестую и нажимаем пятую. И указательным играем четвертую струну. Еще раз. Нажимаем пятую. Ну а теперь играем вместе с самого начала этот небольшой кусок. Вот. Поехали дальше. Дальше играется шестая струна. Нажимается вот этот кусок. Так, ну давайте теперь смотрим подробно. Шестая струна нажата большим пальцем левой руки. Отжимаем, то есть отпускаем. И нажимаем теперь пятую струну на тон выше. Указательными играем опять четвертую струну. И получается так вот. Дальше. Ритмический рисунок точно такой же, как у предыдущего небольшого куска, но играется так, пятая, первая, четвертая струна. И указательным опять играем четвертую. Еще раз. Пятая, первая, указательным и большим пальцем четвертая. И указательным опять четвертая. И получается следующее. Ну и теперь соединяем все вместе. Так, я прошу прощения, здесь поправлюсь. Пятая. Первая играется вот этим пальцем, удобнее будет. И вот так вот. Ну и вот завершение первого такого удлиненного предложения завершается на четвертой струне. Перебором большого и указательного пальцев. Вот полностью первое предложение будет так. Извиняюсь. Ну а теперь разучиваем второе цельное предложение. А второе предложение начинается с четвертой струны. Играется большим пальцем. Еще раз. Большим пальцем четвертая,
пятая указательным за четвертую. Потом в среднем первая играется, нажимается пятая струна. И указательным опять играется четвертая. Еще раз. Дальше играется пятая струна. И вот получается следующее. Пятая струна, первая в среднем. И потом играется уже шестая. Еще раз. И вот второе предложение звучит полностью таким образом. Раз и два и три и четыре и. Еще раз повторяю. Второе предложение. Ну и вот теперь играем с самого начала до тех кусков, которые мы сейчас изучили или посмотрели, скажем так. Я тут немножко чуть-чуть запнулся, но в общем структура игры такая. Ну вот теперь мы изучаем последний завершающий кусок общей пьесы. Игра начинается с третьей струны, большим пальцем. С третьей переходим на четвертую. Указательным пальцем играем первую. Потом нажимаем легато. И потом опять отпускаем. Это все играется легато. Еще раз. Должно получиться так. Вот. Легато на первой струне играется. Нажимается на полтона и отпускается. Еще раз. Так. Ну вот, этот кусок небольшой. С третьей струны. Третья, четвертая, первая. Нажимается, отпускается. Переходим на четвертую. И опять перебором большим и указательным пальцем играем. Еще раз. Так, смотрим еще раз внимательно. Третья, четвертая, первая нажимается, отпускается и перебором играем большим и указательным пальцами. Ну, повторим еще раз. Теперь следующий кусок играем уже с шестой струны. Этот кусок. Получается, что играем большим пальцем шестую струну два раза,
Нажимаем пятую струну на тон. Отпускаем ее. Еще раз нажимаем. И указательным пальцем играем четвертую струну. Еще раз. Два раза шестую. Нажимаем пятую. Отпускаем пятую. Опять нажимаем. И играем указательным пальцем четвертую струну. Еще раз. Еще раз. Так. Так, ну и теперь следующий небольшой отрезок. Играется пятая, первая и четвертая струны. Еще раз большим пальцем пятую открытую, средним пальцем первую и опять большим пальцем четвертую. Тут идет перебор. Еще раз. Большим пятая, так, средним первая и четвертая струна. Ну и завершается игра опять вот этим уже знакомым предложением. То есть играется третья, четвертая, первая, нажимается, отпускается и вот. Теперь, играя полностью пьесу, играя медленно. Thank you.